Бизнес на солнце. Карагандинец решил обогатиться на солнечных батареях, подавая фиктивные заявки с завышенной стоимостью на субсидирование. В итоге казна не досчиталась 250 миллиардов тенге. Досудебное расследование по подозрению в совершении хищения инвестиционных субсидий в особо крупном размере в сумме 253 миллиона тенге завершено департаментом АФМ по Карагандинской области. Данные средства были выплачены для возмещения затрат на приобретение комплектов солнечных панелей субъектом агропромышленного комплекса. Следствием установлено, что в период с 2018 по 2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области на основании фиктивных документов с завышенной стоимостью оборудования подавал заявки на субсидирование, на основании которых и были выплачены средства. Приговор занял 102 страницы. Приговором суда он признан виновным и осужден на 6,5 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет с возмещением причиненного ущерба.